Всем привет из Костромы. Сегодня у моего любимого города день рождения. Ему исполняется 870 лет. Начинаю свою праздничную прогулку от ресторана «Старая пристань». Время 3 часа дня. Что происходило в этот момент, вам постараюсь показать, рассказать. На набережной Волги стоит небольшая сцена, где начался танцевальный марафон, который продлится до 8 вечера. Называется он «Танцы у пристани». Для нас важны и смелые. Девочки просто красотки. А какие цветочки у них на голове. Не забываем девчонкам поставить лайк. Видимо, сначала выступают самые маленькие. Набережную мы сейчас покинем. Поднимемся в центр города. Я приехал сегодня с другом на велосипедах. Иду по Молочной горе. Стоят различные столики с товарами, в основном народные промыслы, бижутерия, мочалки для баньки. Народу очень много, как вы видите. Здесь для садоводов лопаты, пилы. Пошли палатки. Торговля кипит. В общем, примерно такой ассортимент на Молочной горе. Поднялись мы в центр, где нас встречает... Здорово, Иван Сусанин! Здорово! Разрешаешь снять весь этот праздник? Снимай, снимай. Так, Сусанин нам разрешил поснимать. Пройдемся по скверу. Много палаток, значки, ручная работа, сказки, деревянные ложки, корзинки. Это кто у нас? Здорово, дружище! Здорово, Сержо! Самовары вдалеке я вижу. Сейчас подойду поближе. Картины художников. Вот такие самоварчики. Самовар – душа каждого дома. Покупая русский самовар, вы сохраните часть нашей культуры и традиции для себя и своих потомков. Это очень важно. Так, а я двигаюсь к Сусанинской площади. Так, а меня сманил запах шашлыков. Шашлычки жарятся. Ой, красотища, запах. Организовано питание, скажем так. И чай, можно попить кофе, соки. Все для вас, дорогие гости города и костромичи. Итак, я в центре Сусанинской площади. Кострома. День города продолжается. Возле пожарной каланчи сделали сцену. Вечером будет проходить концерт. А я сейчас направлюсь на противоположную сторону. Там идет какая-то движуха. Посмотрю, что происходит. Народу везде очень много. На этом пятачке площади точно происходят различные конкурсы. Итак, мы его детские, я как понимаю. Давайте понаблюдаем маленько. Давайте мы сделаем барабанную дробь. Итак, давайте работают сделаем аниматоры. Дробь. Берем ладошки свои по коленочкам, стучим, стучим тихонечко, 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 тихонечко. А теперь еще сильнее, 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 громче! Детишкам здесь весело. Так, давайте еще, еще попробуем. Стоит турник. Раз, два, три. В Ботниковском сквере тоже происходят конкурсы. Сейчас посмотрим, что там. Сквер Ботникова. Наблюдаю людей в народных костюмах. Дедушка с гармошкой, фуражки.
Красавицы. Казаки. Только что здесь водили хороводы. Сейчас, наверное, будут петь. Песня Архангельской области. Галик, знаете, что это такое? Не знаем. Еще раз громче. Привет! Молодцы какие. Видимо, у всех есть веники. Послушаем начало песенки. Все, мой телефон заплясал. Так, ну я иду дальше. Здесь происходит конкурс силачей. Называется он «Время сильных». В общем, силовой экстрим. Давай, давай! Господи, еще и надо такую камеру, вернее, шину. Вот эта борьба сейчас идет. 270 там килограмм финиш. Без покрышки. Напоминаю вам, покрышка. Кувырков. От Белаза, наверное. Алексей, 5 кувырков. Финальный. Аплодисменты. И есть чемпион. Денис, еще один. И да! Аплодисменты, аплодисменты нашим участникам! Вот это просто было! Идем на следующую площадку. Диски метают. Площадка у фонтана в центре города. Здесь проходит арт-фест. Кострома креативная. Брейк-данс. Кто любит потанцевать, демонстрирует свое умение. Наверное, будут скоро играть барабанщики, колоночки. Но мне, к сожалению, надо уходить из центра города. Работаю сегодня, к сожалению. Такой фонтан бьет на площади. Я покидаю центр города. Еще раз поздравляю свой город с Днем города. Такая картина. Беседка Островского. На обратной стороне картины можно оставить свой автограф на память. Эдельвейс поздравляет всех с Днем города. С праздником, дорогие костромичи. Счастья, здоровья и мирного неба над головой. О, золотые слова. Я люблю тебя, Кострома. Желаю своему городу, жителям его, процветания, богатства, чтобы все вы были здоровы, жили счастливо и богато. До свидания. Не забываем что-либо поставить. С вами был мой канал Сержо Альф. Пока-пока. Ой, это кто? Бабки-ёшки. Все, ребята, до свидания всем. И для тех, кто смотрит ролики до конца, мой постскриптум. Я пришел на работу, чтобы уехать вечерним рейсом в Ярославль, и застал такую картину. На площади Широкова идет репетиция. Примерно 7:30 начнется открытие стелы «Город трудовой доблести». Совсем недавно наш город стал городом трудовой доблести, и сегодня будет открытие стелы, затем будет праздничный салют. К сожалению, я не застану. Работаю. Площадь Широкова возле железнодорожного вокзала. На этом все. Всем добра.